Добрый вечер. Наш нынешний курс стартует примерно с того же места, что и предыдущий. Это лекция, сегодняшняя наша лекция посвящена двум художникам, без которых невозможно понять 20 век. Это Марсель Дюшан и Сальвадор Дали. Художники, в случае которых как раз отношение симметрии наиболее очевидно. Это современники, это друзья, это люди, которые всю жизнь были знакомы, дружили, может быть, единственные два человека, которые лучше всего друг друга понимали, потому что и у того, и у другого проблемы с адекватным восприятием их творчества всегда были. Может быть, действительно лучше всех понимал Дюшан Дали, и то, чем на самом деле занимался Дали, лучше всех понимал Дюшан. На экране две черно-белые фотографии. Слева фото Марселя Дюшана. Это молодой мужчина с коротко стриженными волосами в мешковатом пиджаке. Он сидит в кресле в профиль. У него крупный прямой нос, острые черты лица, тонкие губы. Справа фото Сальвадора Дали. Это молодой мужчина с короткими черными вьющимися волосами. У него крупный нос с горбинкой, большие темные глаза чуть на выкате. Кончики черных усов закручены вверх. На нем пиджак по фигуре, в нагрудном кармане пиджака белый треугольник платка. При этом это фигура абсолютных антиподов, как нам кажется. Вплоть до Дюшан – это художник для художников. Дали – это поп-звезда, это один из первых таких поп-персонажей от современного искусства. Оба они были, да, персонажами достаточно эксцентричными, как вы видите, ну, усы Дали стали уже, сами по себе стали частью современного искусства и живут практически отдельно от художника жизнью. Но при этом как бы эксцентричность, экстравагантность Дали была делом абсолютно публичным. Это человек, который первым стал выстраивать сознательно свою стратегию как публичного персонажа, как своего сценического практически поведения. А Дюшан при наличие этой прекрасной фотографии, сделанной Монреем, где он запечатлен с выбритой пятиконечной звездою, он не ходил таким образом по улицам. Это не была история, что я художник, я должен странным образом выглядеть. Вот я сейчас себе выбрю эту пятиконечную танзуру. На экране две черно-белые фотографии. Слева фото Марселя Дюшана. Из-за спинки кресла виден затылок Дюшана. Он коротко острижен, на темени выбрита звезда. Справа фото Сальвадора Дали. Лицо сфотографировано крупно, голова чуть запрокинута назад, глаза выпучены. Волосы длинные, чуть выше плеч. Кончики усов закручены вверх и почти достигают уровня глаз. На кончиках усов завязаны маленькие светлые бантики. Это был именно фотопроект. Это была как бы история, абсолютно рассчитанная на фотографию. Сам по себе Дюшан был человеком предельно непубличным, интровертным, очень редко появлявшимся на публике, вообще подолгу молчавшим. Это художник, который, в отличие от Дали, который сделал огромное количество различных работ, такой вот почти графоманская. Дюшан сделал очень мало вещей. Это действительно вот все его произведения мы сегодня увидим на лекции. Практически все их. Все можно пересчитать, если не по пальцам, но то около того. И художник, который мог замолкать, мог какие-то там периоды, десятилетиями вообще ничего не делать, никак не появляться на художественной сцене, и при этом не бояться, что его там забудут или что он выпадет из обоймы. То есть абсолютно противоположность Дали, которому очень важно было оставаться на виду, и очень важно было, в каком качестве он остается на виду. И художники тоже, опять-таки, очень разные по своему отношению к славе. Дали был художником коммерческим, стратегически. Его бывший соратник Андре Бретон, как известно, сочинил про него довольно злобное каламбур, он его назвал «Авида Доллар», переставив слова, буквы его имени и фамилии, жадный до долларов. Но при этом я думаю, что все-таки для Дали его коммерческий успех был составляющей его имиджа. Такой художник, как Дали, должен был быть преуспевающим, вопреки тому, что он как бы вроде бы делал все для того, чтобы не быть преуспевающим, быть непонятным. Дюшан был радикально некоммерческим художником. То есть как бы при наличии там 10, сколько там,
20 работ, они не были рассчитаны на то, чтобы они продавались. Он жил не столько за счет коллекционеров, сколько за счет меценатов. Это немножко другая стратегия. Но при этом он придумал совершенно гениальную стратегию, о которой мы будем говорить, что все его работы существуют сегодня в нескольких экземплярах. Он первый, кто придумал мультипли, и один из первых, что это такое, как с этим разбираться, и является ли это копиями произведения или является целиком произведением весь художественный проект, тоже мы сегодня об этом будем говорить. И, конечно же, у них абсолютно противоположные роли в истории искусства. Дюшан — это художник для художников, но Дюшан — это человек, это первый художник 20 века, про которого, наверное, чаще всего говорят, что это художник, который провозгласил конец искусства. Точнее говоря, он после Дюшана слова «живописец» и «художник» перестали быть синонимами, так же, как слова «художник» и «ремесленник». Дюшан разрушил представление о том, что художник – это ремесло и умение. После Дюшана, после того, как он отказался от живописи и представил «Ready-made», художник – это человек, который придумывает новые способы, каждый раз новые, заниматься искусством, который каждым своим произведением дает новое определение того, что такое искусство. Но для того, чтобы его определения работали, надо, чтобы они были приняты всеми, надо, чтобы это произошло. И как бы про Дюшана говорят, что это действительно художник, который объявил о конце искусства, но нашел миллион способов, чем художнику заниматься после конца искусства, после смерти искусства. Дали, напротив, был таким, как бы, может быть, утрированной фигурой живописца. Он эту фигуру художника-живописца, мастера кисти, обладающего ремеслом, обладающего маэстрией. Писал он, как вы помните, в такой нарочито, такой анахроничной щегольской ремесленной манере, которая совершенно не была принята среди художников его времени, да, которая была нарочито старомодной. Но вот эту фигуру художника-живописца он разыграл как роль. Это был не он, это был совершенно придуманный персонаж, и персонаж совершенно гротескный, что само по себе тоже ставит вопрос о том, а можно ли заниматься сегодня живописью, или человек, который сегодня занимается живописью, так как бы наподобие старых мастеров, является гротескным персонажем наподобие Дали, и является, будучи персонажем, является уникальным персонажем. То есть после Дали заниматься живописью в стиле старых мастеров, там, в стиле Вермеера, оказывается, так же глупо, как заниматься живописью после того, как Дюшан представил «Ready-made». То есть оба эти персонажа, действительно, почему именно с них хочется этот курс про подобие и рифмы начать, потому что здесь кажется, что вот эту партию про конец искусства, преображение искусства и выживание искусства, они разыгрывали на протяжении своих карьер долгих, они ее, в общем, разыгрывали в четыре руки. Есть большое подозрение, что так оно и было. Ну, разница между ними огромная, но общего у них тоже было довольно много, начиная с начала их биографии. У обоих этих людей, которые абсолютно радикально изменили искусство, радикально изменили представление о том, что, собственно, значит заниматься искусством в 20 веке, совершенно очевидно, с детства не было выбора быть художниками или не быть художниками. Оба они стали, как бы, для обоих из них это был единственный вариант, другие не рассматривались. У Дюшана этот вариант стать художником случился как бы само собой, как нечто само собой разумеющееся. Дюшан родился в очень хорошей, такой буржуазной, интеллигентной французской семье. У него была большая семья, у него было две сестры и два брата, и семья, в которой любили искусство, в которой играли в шахматы, музицировали, его родители были художниками-любителями. И когда его старшие братья один за другим решили, что они станут художниками и уехали учиться искусству в Париж, то семья абсолютно этому не препятствовала, и как бы, как это часто бывает, да, я хочу быть художником, нет, сын, ты должен стать там банкиром, врачом, унаследовать дело семьи и так далее. Вот этой абсолютной истории не было, они как поехали в Париж учиться искусством. Это, собственно, картина, которую мы видим, это картина Дюшана 1910 года, запечатлевшая его семью. Картина очень юного начинающего художника. На экране серия ранних живописных работ Дюшана. Например,
Картина Дюшана «Игра в шахматы». Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Угол сада. Все пространство холста занимает зелень. Небо не видно. Трава и кусты написаны насыщенными оттенками зеленого. Мазки крупные. Деревья и трава сливаются в одно зеленое пятно. На переднем плане, в нижней части картины, на траве полулежит, опираясь на руку, девушка в длинном белом платье и длинной лиловой накидке. За ней в центре изображены два небольших темно-коричневых стола, составленные вместе. Ближний к зрителю накрыт белой скатертью, на нем стоит черный чайный сервиз. За столом сидит девушка в длинном белом платье. На дальнем столе расположена шахматная доска. Над ней склонились двое бородатых мужчин в летних костюмах. Люди также написаны крупными мазками, лица читаются неясно. Само собой получилось, что Дюшан поехал вслед за своими братьями тоже заниматься искусством. Вся биография, все ранние работы Дюшана свидетельствуют о том, что это было. Да, это у нас Париж, 1910-е годы. Дюшан был одним из первых художников, который не получил никакого академического образования. Его не заставляли рисовать гипсы, его не заставляли рисовать обнаженных натурщиков. Это человек, который сразу учился модернистскому искусству, он сразу учился кубизму. То есть никакого вопроса о преодолении академической традиции уже не было. Поэтому Дюшан был первым, которому нужно было преодолеть модернистскую традицию, что он и сделал. Если смотреть его ранние живописные работы, немногочисленные, надо сказать, но вполне достойные, видно, что это человек, который очень придирчиво, ничем не увлекаясь, пробует все модернистские традиции, существовавшие в его время, то есть во время его молодости. Немножко символизма, немножко сезанизма, это картина, которая отсылает к Сезанну. На экране серия ранних живописных работ Дюшана. Например, картина «Японская яблоня». Вертикально ориентированный прямоугольный холст. Картина выполнена крупными размытыми цветовыми плоскостями. На переднем плане невысокое дерево цветущей яблони. На ветвях размытые округлые плоскости розового цвета. Под деревом сидит обнаженный до пояса человек. Фигура человека также размытая и округлая. И что при всем том, что делает он, все, что он делал для молодого художника своего времени, он делал очень на должном уровне и не без артистизма, можно предположить, что ни одна из этих стратегий, которые все были открыты, все были доступны, ни одна из этих стратегий его не заинтересовала. Он все попробовал, все ему оказались не очень интересными. Во всех своих мемуарах он достаточно настойчиво говорит о том, что его не интересовало, что его любимым художником никогда не был Сезанн, который был определяющим художником для его поколения. И что вообще, как говорил Дюшан, а почему вы думаете, что на художника должен влиять другой художник? На меня никто не повлиял, на меня повлияли скорее писатели. И это действительно, замечаю, очень точное выражение, потому что Дюшан – это художник, у которого нету предшественников. Все художники, бывшие после него и одновременно с ним, просто автоматически оказываются его последователями, потому что он их поставил в такую ситуацию, которую нельзя было игнорировать. Но у него фактически нету предшественников. Он не является ничьим последователем. И достаточно рано в своих поисках он начал экспериментировать с языком кубизма, и поскольку он учился, потому что кубизм уже тогда входил в свою фазу нового академического искусства, вот эта работа называется она «Игроки в шахматы», персонажи там все больше и больше утрачивают антропоморфность, так же, как это происходит с кубизмом, что это, конечно, своего рода реплика на Сезанна, но у него игроки в карты, а здесь игроки в шахматы, как пишет Тьерри де Дью, бельгийский искусствовед, чью книгу о Дюшане наконец перевели и издали у нас. Это одна из немногих книг о Дюшане на русском языке, которая есть. Что это очень важно, что он вроде бы отсылает к картине Сезанна, но меняет не эстетику, а меняет правила игры.
Это другая игра, это уже не игра в карты, это уже игра в шахматы. Искусство становится другой игрой, она играется по другим правилам. Еще одна не очень, может быть, не самая лучшая, но достаточно значимая работа для Дюшана, она называется «Дульцинея». Это портрет некой дамы, которую он встречал, с которой он не был знаком, но регулярно ее встречал на улице. И что здесь важно? Это одна и та же фигура, которая увидена в разные... В разные моменты, и на эти разные моменты наложены друг на друга. Эта девушка, там, какой она была вчера, какой она была сегодня, что-то как бы Дюшан начинает вводить в свое искусство некое временное измерение, что тогда было очень актуально, потому что тогда как бы кубизм уже вошел в академическую фазу, и неким новым направлением авангардным был итальянский футуризм. Итальянский футуризм, который в живописи как раз пытался передать движение и скорость через попытки наложить изображения различных фаз движения друг на друга. Примерно то, чем занимается Дюшан в этом полотне, в своем следующем полотне, это более где это более очевидно происходит. Картина эта называется «Грустный молодой человек в поезде», написана она в 1912 году и является она автопортретом Дюшана. На экране серия ранних живописных работ Дюшана. Например, картина «Грустный молодой человек в поезде». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На темно-коричневом фоне изображена абстрактная фигура человека, состоящая из черных линий и бежевых геометричных плоскостей. Фигура изображена множество раз в разных фазах движения, занимая почти все пространство холста. Фазы частично перекрывают друг друга. Этот визуальный эффект напоминает эхо. Возможно, подразумевается раскачивание человека в такт движению поезда. Более того, сюжет этой картины является алиби для Дюшана, который всегда утверждал, что он не видел итальянских футуристов, когда он делал эту свою работу, достаточно близкую по языку и по художественной задаче, потому что в то время, как выставка итальянских футуристов проходила в Париже, он был в Мюнхене, куда он как раз и поехал на этом самом поезде, в котором он себя нарисовал. Что он делал в Мюнхене? Он там провел несколько месяцев. Что он там делал, никто, в общем, биографам Дюшана неизвестно, но известно, что Мюнхен так тогда был одной из столиц авангарда. Это немецкий экспрессионизм, это Кандинский, который там появляется. И там, в общем, масса всего интересного происходит. Что из этого видел Дюшан, опять-таки, нам неизвестно, но, скорее всего, что-то видел. И каким-то образом вот какой-то вариант художественного авангарда, альтернативной французской линии, завязанной на кубизме, он там все-таки увидел. И появляется вот такая вот картина, потом появляется в Мюнхене он пишет несколько очень значимых для себя работ. Вот это произведение называется «Король и королева в окружении быстрых обнаженных». Это название звучит так же странно, поверьте, на французском, как и на русском. Это не оно такое демонстративно корявое. И происходит здесь примерно то же, что происходит в автопортрете «Грустный молодой человек в поезде». Человеческая фигура разлагается, но разлагается таким образом, что мы начинаем подозревать, что даже если речь идет о движении, об этой скорости, если мы эти различные фазы, знаете, как веер, сложим обратно, мы все равно там не увидим человеческую фигуру, мы увидим там что-то совсем другое. Король и королева, здесь считается, что все-таки речь идет о шахматных фигурах, потому что Дюшан был страстным шахматистом, который участвовал в таким профессиональном участвовавшем соревновании, писавшем шахматные партии. Такой тоже есть отдельный жанр великих писателей, художников XX века, которые увлекались и шахматами. Но вот, как, может быть, как вы знаете, известным шахматистом был Набоков, тоже писавший шахматные задачи и достаточно профессионально этими шахматами занимавшийся. И что получится все-таки, если этот веер сложится, что же он рисует, что же за фигуру он рисует в движении? Следующее произведение, тоже все это как бы Дюшана в Мюнхене, Дюшан 1912 года, «Новобрачная» называется это произведение. Что здесь происходит?
Это не, уже как бы немножко движение замедлилось, мы начинаем различать, что там. Это не человеческая фигура. Решительно, это манекен, вернее, это автомат. Это отчасти похоже на манекены, которые использовали художники, вот такие шарнирные, да, которые Декирик очень любил изображать, например. То есть это такой был постоянный сюжет для искусства того времени. Но при этом это не совсем... Это, и еще это некий странный механизм, назначение которого нам непонятно. Точно так же странно выглядит тогда же написанная картина, которая называется «Переход от девственницы к новобрачной». Где, это, как бы, где этот переход, эта трансформация, метаморфоза, которая очень важна для Дюшана, вообще сюжет метаморфозы. И сюжет, конечно, связанный с сексуальностью, сюжет, связанный с эротизмом. Сюжет, отсылающий к эротическому, потому что эротика и женская фигура, там, это всегда один из главных сюжетов именно академической европейской живописи. Это то, что, почему авангард всегда раздражал, начиная с кубистов, потому что вместо красивой обнаженной женщины появляются авиньонские девушки Пикассо, которые не являются эротическими нисколько, которые некрасивые, которые зрители в их желании увидеть прекрасное искусство, в котором есть элемент эротики, потому что больше его нигде не было в то время, страшно фрустрируют. Здесь как бы происходит еще при таком достаточно фривольном названии, нам показывают уже вообще даже не искаженную человеческую фигуру, а показывают нечто очень страшное. Нам показывают не просто механизм, а нам показывают механизм разломанный, механизм, который разобрали с целью собрать его заново. Или нам пока, вот, если там, опережая дальнейшие работы Дюшана, или нам показывают некую вот это, что такое это стадия перехода, это как переход от гусеницы к бабочке. Если взломать куколку, что там есть, вот это вот разобранное существо, которое уже перестало быть одним, еще не стало другим, вот такой странный, действительно вскрытый механизм или вскрытая эта куколка, и абсолютная, как бы абсолютная потеря антропоморфности. Тоже очень важный сюжет, потому что который был важен и для кубистов, который был вообще одним из главных сюжетов 20 века, что такое человек, что такое антропоморфная фигура, как мы можем изобразить человека, и насколько какое-то адекватное представление, не знаю, там, о внутреннем мире человека, его социальной функции, его психологии, насколько оно связано с тем, чтобы продолжать быть привязанным к антропоморфной форме, к узнаваемому антропоморфному персонажу. Дюшан от него отказывается. И того же времени следующая картина из этой серии «Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Картина «Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На темно-коричневом фоне изображена абстрактная фигура человека, состоящая из черных линий и бежевых геометричных плоскостей. Фигура размещена на темно-коричневой лестнице из трех ступеней. Фигура как будто спускается по лестнице. Фигура изображена множество раз в разных фазах движения. Фазы перекрывают друг друга. Тот же визуальный эффект, что и в предыдущей работе. Та же, очень похожая на грустного молодого человека в поезде, та же самая, где еще понятнее вот этот квазифутуристический принцип, что это фигура в движении. Вдохновлялся Дюшан, как и футуристы, опытами хронофотографии, очень знаменитый фотограф американский конца XIX века Майбридж, который до изобретения кино изучал, собственно говоря, как устроено движение человека, как двигается человек, как действительно как происходит движение. Что делает, что нужно сделать, чтобы спуститься по лестнице. И он спускает вот эта обнаженная, спускающаяся по лестнице. На экране серии черно-белых фотографий, сделанных Эдвардом Майбриджем. На них изображена обнаженная девушка, спускающаяся по лестнице. Каждая фотография отображает определенную фазу ее движения. Скорее всего, прямой прообраз работы Дюшана. Вот во что она превращается у Дюшана. Работа эта принесла Дюшану славу.
немедленно, да, мы говорим об очень юном молодом человеке, об очень юном художнике начинающем, который написал фактически свое последнее живописное произведение. «Обнаженная спускающаяся по лестнице» была последней работой Дюшана. Ее с треском не взяли на выставку того кубистического объединения, в котором он участвовал, сказав, что это не кубизм, а футуризм, вообще черт знает что, и нам такого не надо. После чего Дюшан зарекся участвовать в каких-либо объединениях, и как бы, ну вот мы, это действительно художник, который мало того, что не имеет предшественников, еще толком и не имеет своего круга, он не принадлежит ни к одному направлению, условно говоря, его приписывают к дадаизму, но с дадаистскими компаниями он, в общем, достаточно отдаленно общался и сделал все то, что как бы ему приписывается именно в качестве дадаистского жеста задолго до того, как появился дадаизм как направление. То есть это действительно такой абсолютный одиночка. Ну, вот во Франции он с этой работы одержал неудачу, но зато его работа попала на огромную выставку «Арт-Малишо». Это была первая выставка европейского и французского, вернее, французского модернизма, которая проходила в Америке. Проходила в Нью-Йорке. Огромная выставка, где было представлено все, да, от импрессионистов и до наших дней. И последнее, что было представлено, была работа Дюшана. И поскольку она была последняя, поскольку она была наименее понятная, поскольку те критики, те журналисты, те зрители, которые были готовы принять импрессионистов, и готовы были принять Матисса, и готовы были принять кубистов, и Пикассо, и все что угодно, вот то, на чем все сломались, но это уже ни в какие ворота. Да? Вот это была эта самая картина Марселя Дюшана. Поскольку картина на которые все сломались, естественно, ее все разругали, естественно, именно эта картина становится самой знаменитой. Над ней больше всего издевались, ей придумывали больше всего идиотских шуточных метафор, что это там взрыв на фабрике кирпичей, там что-то там так далее, стопка старых клюшек для гольфа. Ну, масса вариантов, масса остроумных вариантов. И, естественно, эта работа стала самой знаменитой. И даже когда она... На нее рисовали карикатуры в газете. Замечательный жанр, да, карикатура на живописное полотно. На нее рисовали карикатуры, и на приглашении на банкет в честь закрытия этого самого Арт-Малишоу была изображена именно карикатура на эту работу. То есть это, и когда Дюшан, когда в Европе начинается Первая мировая война, переезжает в Америку, как и многие, он переезжает в Нью-Йорк, он как бы с неким изумлением для себя выясняет, что оказывается он там страшно знаменит. Но слава пришла немножко позже, потому что, как я говорю, прославилась его картина, но живописью после этой картины Дюшан практически не занимался. Единственная вот работа, которую он сделал позже, 1920 год, называется она «Ты меня», «Ты или ты мне», продолжить можно как угодно, «ты мне», ну, французская фраза предполагает, в общем, продолжение типа «ты мне надоела», скорее всего, или «ты меня раздражаешь», что-то такое очень достаточно агрессивное. Картина Марселя Дюшана «Ты меня». Вытянутый горизонтальный прямоугольник холста. Фон бежевый. В левом углу большая тень от велосипедного колеса. Из левого верхнего угла до центра картины тянется ряд из множества разноцветных квадратов разных цветов, напоминающих палитру дизайнера. Из центра картины к левому краю тянется большая тень от штопора. В самом центре небольшое изображение кисти руки с вытянутым вперед указательным пальцем. Правую треть картины занимает тень от вешалки для шляп с большими изогнутыми крючками. Можно как бы, но это уже не совсем картина. Эта работа была сделана на заказ, она очень странного формата. Она должна была у кого-то дома висеть там над дверью, да, то есть это такое панно, которое делалось для интерьера. И она не совсем является картиной. То есть здесь уже появляются некие, вот вы видите,
колесо, вы видите тень вешалки, вы видите коллаж из образчиков цвета. Это уже отчет Дюшана о той работе, которую он проделал с момента своей последней работы живописной в 1912 году и до момента написания этой картины. Это документация, это некий дневник тех наблюдений, которые он уже сделал. И поскольку здесь наряду с этими предметами, к которым мы сейчас обратимся, присутствуют вот эти самые замечательные образцы цвета. Это словарь, да, каков итог его работы, он составил свой словарь, он составил набор тех элементов, из которых он делает искусство. Что это за словарь, что это за элементы? Дюшану, конечно, удалось переплюнуть скандальность обнаженной спускающейся по лестнице, когда в 1917 году он предложил на конкурс, на выставку в американский салон независимых, в жюри которого он входил, он предложил вот такую вот работу, работа называлась «Фонтан». Ready-made Марселя Дюшана «Фонтан». Черно-белая фотография. Мужской фаянсовый писсуар белого цвета старого образца. Писсуар поставлен на ту часть, которой он должен крепиться к стене. Писсуар расположен на постаменте. На лицевой части неровным подчерком подпись латиницей. «Эр Мьют 1917». Подавал он ее на конкурс под псевдонимом Ричард Мьют, Р. Мьют, считается, что это вообще просто марка этих сантехнических изделий, хотя есть некоторые там различные версии, что значит этот псевдоним. И работа даже этим жюри была, естественно, не принята. Да? Было сказано, что под универсальным объяснением это не искусство. Фраза, которая будет звучать по поводу всех авангардных произведений на протяжении всего XX века, в общем, не первый и не последний раз, она прозвучала и по отношению к этой работе, которая называлась «Фонтан», и которая прославила придуманный Дюшаном жанр «ready-made». «Ready-made», то есть готовый предмет, такой странный англицизм, жил он к тому времени в Америке, действительно был таким билингвой. Для его работы, для его писания очень важно соприсутствие в сознании английского и французского языка. Ну, скульптура, называется «Фонтан». Предмет куплен в магазине, прислан на жюри, и, как следует из названия, в чем заключается понятие ready-made, что произведением искусства может стать абсолютно любой предмет, если художник представляет его в виде произведения искусства, и если он в таком качестве выставлен на выставке. Притом предмет должен быть любым, предмет должен быть лишен каких-либо символических, эстетических и прочих категорий. Этот предмет выставляется не потому, что он очень красив, не потому, что он обладает какой-то своеобразной эстетической ценностью, и потому, что он абсолютно ничего не символизирует. Предмет должен быть предельно нейтральный, предмет должен быть никакой, предмет взывает к эстетической анестезии, к эстетической бесчувственности зрителя. Абсолютная игра смыслов, абсолютная игра ума. Когда Дюшан придумывает историю про ready-made, он предлагает, что версию, вариант, которого он не придерживался, назначать ready-made как свидание. Через год, в такой-то день, в такой-то час я увижу предмет, который будет моим ready-made. То есть это может быть любой предмет. Но, придумав этот проект, Дюшан тут же оговорился, что в таком случае надо ограничивать количество ready-made в год хотя бы, потому что есть искушение, что весь мир станет ready-made. Но все гораздо сложнее, потому что произведение «Фонтан» уже не соответствует этим правилам. Во-первых, предмет еще как обладает, это не просто какой-то предмет, это предмет не нейтральный. Это предмет скабрезный, это предмет, который отсылает к телесному низу, это не тот предмет, на который принято смотреть. Вот если вы видели фильм «Хичкок», да, который сейчас вышел, там есть замечательная сцена, где Хичкоку пытаются запороть сцену из «Психа», потому что в ней присутствует унитаз. А унитаз – это то, что нельзя показывать на экране. Там ничего в него улики спускает, там ничего не происходит. Но просто сам предмет является непоказуемым. Это происходит в 60-м году. Каким же непоказуемым он был в 17-м году? То есть это что-то, что не принято показывать, это уже некий эпатаж, это уже некая провокация. Дальше.
Предмет переименован. Предмет, который, который является писсуаром, и достаточно часто эту работу называют писсуаром, Дюшан ее называет фонтаном. То есть это, прежде всего, это изменение, абсолютное изменение функции. Это не то, куда жидкость втекает, это то, откуда жидкость вытекает. То есть название меняется на противоположное. Это не что-то низменное, это что-то возвышенное. Фонтаны стоят на площадях, и что-то такое вот Версаль, там, да, что-то такое крайне парадное. Более того, этот предмет перевернут. Он поставлен, как бы сфотографирован таким образом, что его нельзя использовать по назначению. То есть разрывается его связь с функциями человеческого тела. Разрушается та самая антропоморфность, которую Дюшан разрушает в своих работах. И вот эта связь, как бы связана это или не связана с человеческим телом, это тоже очень важно. И опять-таки этот предмет не попал на выставку, и тот писсуар, который мы видим, тот фонтан, который мы видим на этой фотографии, фонтан, сделанный в 1917 году, существует на фотографии, и только на фотографии, это обложка журнала. Тот фонтан, который стоит во многих музеях мира, опять-таки он стоит во многих музеях мира, один и тот же, одна и та же работа, датированная одним и тем же годом, сделанная одним и тем же художником. Как так получилось? Дальше начинается совсем интересная история. В 60-е годы, в 50-е, 60-е годы Дюшан, уже будучи абсолютной звездой современного искусства, признанным классиком, авторизовал создание копий своих редимейдов. Дальше начинается интересный вопрос, как создать копию редимейда. Вам нужно создать копию писсуара 1917 года, а на дворе 1959 год. Что вы делаете? Вы не можете повторить жест Дюшана, то есть пойти в ближайший магазин и купить точно такой же предмет, потому что в ближайшем магазине предметы будут другого дизайна. А вам нужно, чтобы писсуар был точно такой же, как на этой фотографии, потому что иначе это не будет повторением произведения. Их делали в два приема. В первый прием в конце 50-х годов, там, не знаю, куратор выставки, ассистент, там, тот, кто занимался этим делом, прошелся по барахолкам и нашел точно такой же писсуар, но он был старым. То есть это другой предмет. Неважно, какой предмет сегодня из магазина, и предмет антикварный практически, да, предмет, которому 40 лет, это разные по смыслу предметы. Следующая серия делалась еще интереснее. Следующая серия, дальше была уже партия. Там сколько-то их, 5 штук было, 6 штук. Отливалась как скульптура. То есть у нас вообще уже это никакой не ready-made, это просто скульптура, которая стоит в музее и сообщает, что она ready-made. И очень умный Дюшан, который всю эту историю затеял, собственно говоря, ради того, чтобы понять, где грань между произведением, что такое ready-made, что делает произведение искусства произведением искусства, скорее всего, прекрасно понимал, что на самом деле речь идет не об одном произведении искусства, а о трех разных произведениях искусства. Писсуар 17-го года – это одно произведение, потому что один жест. Фонтан там, 58-го, по-моему, или 57-го года, купленный на барахолке – это другое произведение. И серия фонтанов, сделанных как скульптура – это третье произведение. И вообще это тоже предмет интереса Дюшана, чем различаются, где различия между тем, что на первый взгляд кажется одинаковым. У него в его текстах есть такой прекрасный проект – как надо научиться писать две одинаковые вещи, так, чтобы было видно, что есть ли разница между двумя изображениями двух разных, но одинаковых шляп и двумя изображениями одной и той же шляпы. Очень сложный вопрос, можно ли это увидеть. Ну и история очень похожа на то, есть ли разница между фонтаном 17-го года, фонтаном 50-х годов и фонтанами 60-х годов. В общем, примерно про это же история. Это был не первый ready-made, который сделал Марсель Дюшан. Первый ready-made исторически считается как бы до фонтана, который опять-таки сразу же все стали, и более того, все ему сразу стали приписывать другие смыслы. Как называлась статья, что писали в газетах? Будда в ванной, Мадонна в ванной, прочли форму, которую Дюшан не имел в виду. Вот форма этого самого перевернутого писсуара, который можно увидеть силуэт Мадонны под покрывалом, в которой можно увидеть силуэт сидящего Будды. Тест.
Пятно Роршаха. Что вы видите в этой форме? Мы привыкли, что искусство провозвышенное. Значит, сразу все придумали провозвышенное. Абсолютный тест Роршаха. Ну, как бы дальше еще один ready-made. Собственно говоря, это единственный ready-made. Буквально. Цветная фотография. Конструкция, состоящая из металлических обручей, расположенных по вертикали. Каждое последующее кольцо в диаметре чуть меньше предыдущего. Конструкция напоминает детскую пирамидку. Из каждого обруча торчат направленные вверх металлические штыри для сушки бутылок. Дюшан купил этот предмет, выставил его, назвав его его настоящим именем. Никак его не переворачивая, не переименовывая, ничего с ним не делая. Предмет называется и является сушилкой для бутылок. Винный погреб, скорее всего, в Париже, да? Бар, ресторан. Тебе нужно, у тебя остались бутылки, их надо на эти самые надевать, на эти штыри и сушить. Дюшан его купил в магазине. Тысячи мелочей. Огромный магазин, до сих пор существующий в Париже, где всякие хозяйственные дела продаются. Купил совершенно, не, сушить на нем бутылки он не собирался, ему заинтересовала форма этого предмета. Форма действительно очень красивый предмет, эффектный. И как бы в 13-м году он его купил, но выставлять он его не стал. Он его поставил у себя в мастерской как красивый, как странный красивый предмет. И в тот же год он, потом у него был вот еще такой ready-made, да, это лопата для снега называется работа в предчувствии сломанной руки. Вот в прошлой зимой примерно четверо моих знакомых поломали руки-ноги, да, когда было очень много снега и очень много льда. Поэтому, в общем, я думаю, что связь этого предмета со сломанными руками нам всем, кто сюда сегодня добрался, вполне понятна. Это очень, очень простой юмор. И, наконец, вот первый исторический, первый ready-made, который называется «Велосипедное колесо». Цветная фотография. Белая деревянная табуретка на четырех ножках и с круглым сиденьем. В сиденье вмонтирована черная велосипедная вилка с колесом на ней. У колеса нет шины. Вилка вмонтирована в табуретку рулевой трубой вниз и колесом вверх. Ну, какой же это, позвольте, ready-made? Ready-made-ом был бы велосипед. Тут колесо снято с велосипеда, поставлено на табуретку. Это превращается опять-таки в скульптуру. И тоже известно, что Дюшан этот предмет сделал в 13-м году, поставил его у себя в мастерской. И поставил он его у себя в мастерской с такой занятной целью. Ему нравилось созерцать, как вращается это колесо. Это был предмет для медитации. Ему очень нравилось наблюдать вращение. Во французском тексте про Дюшана совершенно прелестный термин нашла «ротоман». Не эротоман, а ротоман. То есть эротоман тоже, да, потому что, его, конечно, его страшно интересовало какие-то истории, связанные с сексуальностью человеческой, что это такое. Но страшно интересовало вращение. Вот такая вот работа 14-го года, через год после того, как он покупает это колесо, иметь ученика в солнечном свете. Графика. На листе бумаги из нотной тетради изображена стилизованная фигурка человека на велосипеде. Он с усилием поднимается в гору. Рельеф и фигура изображены тонкими лаконичными черными линиями. Еще одна история про, во-первых, велосипед и эти самые колеса вращающиеся. И тоже очень интересно, что это такое. Это рисунок, сделанный на нотной бумаге. Это еще раз смена правил игры. На нотной бумаге можно рисовать. И вполне возможно, что эту фигурку можно сыграть. Кейдж бы, скорее всего, сыграл бы ее, да, или кто-нибудь из музыкантов. Лет через 50 ее наверняка бы сыграли. И, ну, куча работ, которые связаны с вращательными, со всякими вращающимися механизмами. Кофемолка, которую Дюшан делает своему, дарит своему приятелю, который хотел что-то повесить на кухне, картинку. Вот такая вот странная работа, которая называется «Мельница для шоколада».
Это не придуманный Дюшаном механизм, это существующий механизм, который он в тоже в 14 году вот рисует вот такую вот штуку, которая уже не живопись, которая почти такой вот чертеж. Очень сухая, очень странная живопись, вот этот самый предмет, который его завораживает, опять-таки, тем, что там все обращается. И очень странный способ вот насчет сушилки для бутылок. Что делает с ней Дюшан? Он ее подвешивает. Как она выставляется, что произошло. На самом деле, вот он купил эти два предмета в 13 году, после того, как случилась история с писсуаром, он запустил термин «ready-made», он попросил свою сестру прислать их ему из Парижа в Нью-Йорк, где он их впервые выставил. То есть произведениями искусства они стали, когда они были выставлены, но датировал он их тем годом, когда он их купил, еще не знаю, что они произведения искусства. Тоже там очень сложная история. И то, что мы сейчас видим, это опять-таки копии этих работ, копии этих предметов, которые, скорее всего, сделаны как скульптуры. Но с велосипедным колесом еще там бог с ним, а вот такую штуку где-то найти довольно сложно сегодня. Это предмет, который не производится, предмет очень красивый. Эффектный. И выставляется, опять-таки, произведением является и предмет, и его тень. Вот это фотография Дюшана, сделанная в 17-м году, которая называется «Тени ready-made». Черно-белая фотография светлой стены. На стене видны тени отчасти велосипедного колеса, подставки под шляпы со старомодными изогнутыми крючками, подвешенные в воздухе, и других предметов. Между ними видны тени веревок, на которых развешаны эти предметы. Тоже страшно интересовавший его проекта, поскольку он придумывает массу способов, как заниматься искусством. Один из вариантов, который он предлагает и не осуществляет, это собрать очень много хрупких предметов, поставить их друг на друга, и вот за секунду до того, как они обязательно обрушатся, они просто не могут не обрушиться по законам физики, надо сделать фотографию. После чего предметы рассыпаются и разбиваются, негатив тоже надо разбить, и остается только фотография. История про эфемерность, и как бы сфотографировать из всех ready-made только их тени, это тоже некая история про эфемерность. И, в общем, красивая абстрактная фотография. Очень странные предметы, которые делает Дюшан, предъявив ready-made, сказав, что этим можно заниматься, как свиданием, назначая его там каждый год, дальше он делает вот такую вот штуку, которая называется «Скульптура для путешествий». Она складывается, и это разрезанные купальные шапочки, да, это какой-то странный резиновый предмет, который можно растягивать, который может менять форму. Несчастный ready-made, вещь, которую он... Первая вещь сделана, которая является инструкцией, а не предметом. Что он сделал? Он находился в Буэнос-Айресе, оттуда он пишет свое письмо своей сестре, такой его соавторше постоянной, которую он просит взять книжку, а именно учебник по математике, и повесить ее на балконе. И вот эта книжка, которая там разорвана ветром и потрепана, и страницы ее перемешаны, и является больным ready-made. Это ready-made, который он сам не делал, это ready-made, который существует как инструкция по изготовлению. В принципе, каждый из нас может это сделать, и я думаю, что на самом деле мы получим работу Дюшана таким образом, потому что работа состоит в инструкции, а не в работе. Ну, естественно, мы не сможем ее продать за большие деньги в музей, но мы сможем получить работу Дюшана. Очень загадочный предмет, который называется «Багаж путешественника». Это, если кто помнит, чехол для пишущей машинки. С таким большим вопросом, есть ли под ним пишущая машинка? Мы можем как-то верить в нее, можем в нее не верить. Вот такой вот тоже загадок. Темно-коричневый прямоугольный чехол из грубой кожи или кожзаменителя. Спереди надпись по-английски золотыми буквами «Underwood». Мы можем как-то верить в нее, можем в нее не верить. Вот такой вот тоже загадок. Скрытый шум, предмет, который Дюшан делал в подарок для своего мецената и коллекционера, и попросил его взять какой-то предмет, который помещен внутрь этой катушки. Никто не знает, что внутри. Две маленькие квадратные металлические пластины золотистого цвета. Пластины соединены друг с другом в углах длинными металлическими болтами. Конструкция напоминает открытую тумбу на ножках с двумя полками.
Между пластинами зажат моток грубых желтоватых ниток. Если ее потрясти, она издает звук. Там что-то перекатывается. Но никто не знает, что же именно там. Такая вот предмет-загадка, предмет-тайник. «Воздух Парижа» — гениальное произведение. Тоже подарок Дюшана его американским коллекционерам. Подвешенный на веревке полый стеклянный пузырь сложной формы. Посередине круглый объем, сверху стеклянный крючок, снизу вытянутая форма, напоминающая сосульку. Действительно, воздух Парижа. Он был в Париже, попросил аптекаря продать ему вот эту вот склянку, которая герметично запаяна. Там содержится воздух Парижа, который он подарил своим нью-йоркским друзьям. Очень загадочный предмет, который аптека называется, эта работа. Это «Ready-made». Прямоугольник желтоватого листа ориентирован вертикально. Черно-белая графика. Пейзаж. Поздняя осень или зима. На берегу небольшого пруда стоят два голых изогнутых дерева. Дюшан не рисовал эту картинку, он купил открытку или там какой-то рисунок и поставил там где-то крошечную точку, которую не видно. И то, что он как бы единственная вот эта точка, поставленная на чужое произведение искусства, делает это произведение, с одной стороны, делает ready-made-ом и не искусством. Картинку, которую он купил, но делает это произведение Марселя Дюшана. И, более понятный предмет, всем вам известный, по этому же принципу сделан, это «Мона Лиза». «Мона Лиза» — это дешевая открытка из Лувра, которую Дюшан, «Мона Лиза» самая в тот момент уже наверняка являлась тем, чем она является сегодня, самым знаменитым произведением искусства в мире, чему поспособствовало, собственно говоря, что ее очень красиво похитили из Лувра и потом туда вернули. Слава этой картины связана с тем, что она была предметом кражи. Дюшан покупает эту открытку, пририсовывает ей усики и испаньолку, подписывает ее крайне скабрезным каламбуром, а он очень любил сочинять каламбуры и как-то виртуозно владел словом. Если прочесть эту фразу буквами, названиями букв, то получится крайне скабрезное французское выражение. И что здесь? Очень много интересных историй сразу, помимо скабрезности. Во-первых, игра с андрогинностью, которая будет очень важна для самого Дюшана. Сильно позже появляется гипотеза, что «Мона Лиза» — это портрет Леонардо да Винчи. Как бы это не связано, но тем не менее появляется вот эта игра с гендером. Появляется история, может быть, в связи с ready-made-ами, гораздо более важная история, в какой момент произведение искусства перестает быть произведением искусства. В какой момент оно становится произведением искусства? Став тиражной открыткой, «Мона Лиза», естественно, перестает быть искусством. Но когда эта открытка вандализирована Дюшаном, это становится опять произведением искусства. Просто открытка с изображением шедевра, не искусство. Открытка с изображением шедевра, на которой написана непристойность, является искусством, если остальные готовы ее признать произведением искусства. Несколько лет назад на ярмарке Фриз английские художники, братья Чепманы, такие вот хулиганы замечательные, проделали более сложный эксперимент на эту же тему. Они разрисовывали банкноты, что запрещено. Во-первых, это является каким-то там надругательством над национальными символами, но никто их за это сажать не стал. Но при этом как банкнота, на которой нарисовано что-то братьями Чепманами, становится недействительной в качестве купюры, но повышается в геометрической прогрессии, повышается в цене в качестве произведения искусства братьев Чепманов. И там, я не знаю, банкнота в 20 фунтов будет стоить там 20 тысяч фунтов. Но это вот продолжение той же игры, которую начал, наверное, Дюшан с этой работы. И если говорить об истории с андрогинностью, об истории там, игре с гендерными ролями, отчасти годом позже «Мона Лизы» появляется вот такой вот персонаж, которого зовут Рос Селяви. Рос пишется через два «Р», читается тоже как каламбур, получается «Эрос» — это жизнь. «Эрос Селяви». По одной из версий, там есть несколько версий. Фотография, сделанная Монреем, замечательная фотосессия, представляет, естественно, самого Дюшана, переодетого вот этим самым женским своим альтер-эго. Серия черно-белых фотографий. Марсель Дюшан с ярко подведенными бровями и накрашенными губами.
Он одет в объемное женское пальто с меховым воротником и шляпку. Шляпка с небольшими полями фасона клош и широкой лентой бент на тулье. Бент украшен геометричным узором. Далее фотографии из той же серии в костюмах по моде 20-х годов. Гениально сделанные фотографии, все-таки один из лучших фотографов 20 века. Но что, в чем здесь дело? Как бы Дюшан первый художник, который придумывает игру с альтер-эго, придумывает себе другого, ну, это было принято среди писателей, да, вот вымышленный писатель, но, в общем, не очень было принято среди художников. Он придумывает, а почему бы мне не создавать произведение от лица кого-то еще? Он говорит, сначала я хотел взять еврейский псевдоним, а потом подумал, ну, менять национальность – это все-таки мелко, можно поменять пол. И придумывают вот эту самую женскую альтер-эго, как бы Росса Ляви, очень даму, которая занимается очень интересным искусством. Росса Ляви отвечает за литературное творчество Дюшана. Дюшан, как я говорила, владел двумя языками, обладал удивительным свойством придумывать каламбуры. Все его работы, многие его работы называются этими каламбурами, переводить их бессмысленно, потому что это невозможно по определению. В общем, просто поверьте на слово или посмотрите, кто на французском, кто на английском. Росса Ляви сочиняет каламбуры и сочиняет некоторые работы. Более того, она оказывается моделью для вот таких вот несуществующих духов, которые это тоже проект Дюшана и Монрея. Пример каламбура Дюшана, «Бель Алейн», «Красивое дыхание», отсылающее, естественно, к «Бель Элен», к «Прекрасной Елене». «Алейн», вот это обозначение дыхания во французском, прежде всего связано с понятием вот плохого, дурного запаха изо рта, то есть очень сложная игра. «Оды вуалет», ну, «Оды туалет», «туалетная вода», «вода вуальки», «вода завуалированная вода». Ну, в общем, вы понимаете, что это бессмысленно переводить. Вот такое вот произведение, запах, который не существует. Что здесь интересовало Дюшана? Во-первых, помимо такой первой игры с предметами роскоши, да, с предметами потребления, еще очень интересно создать несуществующий запах. Чем должны пахнуть такие духи? Как себе представить этот запах? Одно из интересов Дюшана было понятие инфратонкого. Вот ощущение, вот чем различаются два изображения одинаковых предметов. Изображение, ну, вот эта история про шляпу, да, это относится к понятию инфратонкого, как меняется запах табачного дыма после того, как ты его выдыхаешь. Он немножко смешивается с запахом рта того, кто его курит, кто курил. Вот эти ощущения появляются инфратонким. И, конечно, создать духи, несуществующие духи, это произведение из области инфратонкого. Важно же не только этикетка и не только этот флакончик, который какой-то известный флакончик. Они не делали флакончик, они приклеили этикетку. Но представить себе, чем пахнут такие духи. Подумать об этом запахе, который не существует. И еще одно произведение, которое называется «Почему бы не чихнуть Росса Ляви». Небольшая прямоугольная птичья клетка с алюминиевыми прутьями и деревянными жердочками. Клетка наполнена белыми кубиками, похожими на рафинированный сахар. Из клетки торчит ртутный термометр и скелет каракатицы. Скелет каракатицы по форме напоминает вытянутую створку раковины моллюска. Что это такое? Вот такая вот клеточка птичья, наполненная сахаром, на первый взгляд. Но игра возникает в тот момент, когда, как Дюшан показывал эту работу, она была не на выставке, она была у него в мастерской, он предлагал поднять ее. И когда ты ее поднимаешь, еще ты не успел ее рассмотреть, ты берешь эту клеточку в руки, понимаешь, почему-то она страшно тяжелая, потому что эти кубики – это не сахар, это мрамор. Инфратонкая, когда ты, в какой момент ты видишь, что это мрамор, а в какой момент ты понимаешь, что это мрамор, потому что это явно тяжелее, чем сахар. Ну и опять-таки символика кубик, кубизм, мрамор, вечное искусство и так далее тоже, скорее всего, здесь присутствует. Вот такой вот очень странный, там уже не ready-made, а объект. Масса интересных, живопись уже покончена. Ready-made объявлен, что все может быть ready-made, в любой момент можно встретить ready-made, но, собственно, чего им дальше делать? Не делают же их поточным методом. И Дюшан занимается тем, что придумывает самые разные способы делать искусство. Он придумывает
вот эту самую историю про инфратонкую, он придумывает духи, он придумывает проект «Пять остановки эталоны». Это эксперимент, тоже они вместе с Монреем это делают. Что получится, если взять нитку длиною в метр, бросить ее с высоты в один метр? Нитка падает. Дальше то, как она упала, очерчивается. Получаются вот такие вот лекалы. С помощью этих лекал можно что-нибудь сделать. Можно, например, придумать алфавит, буквы которого будут вычерчены с помощью этих лекал. Как придумывается алфавит? Берется два словаря двух разных, берется словарь французского языка, из него выписываются только те слова, которые обозначают абстрактные понятия. Слово, которое не обозначает предмет. Каждое из этих слов становится буквой нового алфавита. Для каждого из этих букв рисуется вот такая вот штука. Из этих букв можно составить слово. Получается язык. Что это за язык? Что им можно написать? Этим языком можно написать только одну картину, а не книгу. При том, что работ, в которые Дюшан вводил бы текст, у него нету. Такой вот язык для ничего. Так же, как «Ты меня» является алфавитом картины, но картина, алфавитом, который можно написать одну картину. Этими цветами, этими тенями. Как предложение. Замечательный проект, который фотография Монре, проект называется «Разведение пыли». Действительно, пыль. Дюшан долго специально собирал пыль в своем ателье, они его вот таким образом фотографировали. Получается такой замечательная аэросъемка. Черно-белая фотография. Фрагмент работы Дюшана «Большое стекло». Видны только линии и геометрические фигуры, наложенные на стекло или процарапанные в нем. Сверху нанесен слой пыли, который повторяет все неровности поверхности. На получившейся поверхности лежат крупные комки пыли. Продолжаем. Разведение пыли. Очень странная история. Вот такой проект, который называется «Ручная стереоскопия». Что, как бы, новая тема возникает. Как мы видим? На экране две одинаковые квадратные черно-белые фотографии, изображающие морской пейзаж. На обеих от руки нарисован пирамидальный объект из черных линий. Возникает тема обманки, возникает тема стерео, нарисованный на, опять-таки, каком-то случайной открыточке с морским пейзажем, непонятным, нарисованная вот такая вот решетка. Как меняется наше ощущение глубины, как меняется, как мы смотрим. И начинается целая, как бы, начинается новая тема, тема работ, связанных с оптикой. Вот это произведение называется, на нем написана инструкция, собственно, это даже не название, а инструкция. Для смотрения одним глазом вблизи в течение часа. Что получится, если смотреть? Это нарисовано на стекле. Что получится, если смотреть вот такую работу в течение часа близко? Мы перестанем ее видеть. Мы начнем видеть сквозь нее, это работа, которая является невидимой. И две работы, которые так или иначе связаны с окнами и с произведениями, на которые надо смотреть или сквозь него надо смотреть. Fresh Widow, ну, французское окно у нас, French Window, это значит «Свежая вдова». Тоже вот дюшановский каламбур. Вот такая вот штука. Это действительно французское окно, но французское окно, через которое ничего не видно, потому что вместо стекол там оно затянуто кожей. Фотография отдельно стоящей оконной рамы бирюзового цвета. Оконный переплет состоит из 8 одинаковых квадратов. Вместо стекла черная кожа. И мы знаем, что картина всегда, метафора картины – это окно. Вот вам картина, за которой ничего нету и в которой ничего нету, потому что картина – это кусок холста, это поверхность. Может быть, это диалог с живописью. Ну и следующий там «Драк» при Аустерлице. Вот такая картина, да, то еще одна стенка с окном. Окно немножко замазано, и тоже смотреть сквозь него особенно некуда. Оно никуда не ведет, потому что это стоит в выставочном зале. Отдельно стоящий фрагмент кирпичной стены с окном. Все эти произведения, скорее всего, были подготовкой к
некому опус магнум Марселя Дюшана, произведение, которое называется «Новобрачная, подвергнутая обнажению своими же холостяками». Легче не будет, более удобоваримого перевода нету, его не должно быть. Американцы, работа была создана в Америке, в общем, называется оно для краткости «Большое стекло», так мы его и будем называть, просто чтобы удобнее было. Это работа, над которой Дюшан работал с 1914 по 1923 год. То есть все то время, пока он делал эти редимейды, пока он придумывал, разводил пыль, придумывал каламбуры Росцеляви, и делал работу, делал ручную стереометрию и работу для смотрения одним глазом в течение часа, все эти работы в сущности были деталями и какой-то разработкой вот этого самого большого стекла. Идея работы пришла ему, откуда отчитывается. 14-й год, они вместе с его другом Франсисом Пикаби ездили, совершали большую прогулку на машине из одного города в другой. Для 14-го года это довольно странное времяпрепровождение. Тогда не ездили долго на машинах, это было очень экстравагантно. Машины только, ну как, то, что может быть в доступе, только появились. И вот это ощущение дороги на автомобиле, путешествия на автомобиле, видимо, стало источником вдохновения, да, для Дюшана, который ротоман, которому нравится что, все, что вращается, все, что колеса и все, что механизмы. Соответственно, с этого момента отсчитывается работа над большим стеклом, которая продолжает все сюжеты. Вот вам новобрачная, вот вам переход от девственницы к новобрачной, вот вам обнаженная, спускающаяся по лестнице, вот вам все мельницы для шоколада, вон вам мельничное колесо, то есть все то, чем он занимался, постепенно оказывается эскизами к этому самому большому стеклу. Даже кажется, что, например, сушилка для бутылок или лопата – это какие-то запчасти, которые не пригодились, в отличие от вот этих редимейдов, что это все должно было собраться в эту работу. Большое стекло. Большая алюминиевая рама с прозрачным стеклом высотой примерно в полтора человеческих роста. Рама ориентирована вертикально. На середине высоты рама разделена на две равные части алюминиевой планкой. Стекло в обеих частях работы покрыто сеткой трещин. В верхней половине работы у верхнего края расположено вытянутое по горизонтали пятно серо-коричневого цвета. Пятно неправильной формы с тремя прозрачными квадратными просветами посередине. В записях Дюшана это пятно фигурирует под названием «Млечный путь». С левой стороны пятно соединено под прямым углом с некими механическими деталями. В нижней раме изображение механизма, состоящего из реек, рам, поршней, колеса от водяной мельницы, мельницы для шоколада и других деталей. Работа крайне загадочная. Объяснение по поводу нее очень... Она сделана, естественно, на стекле. В новаторской технике это нарисовано, выложено свинцовой нитью. То есть очень странное произведение, которое выглядит как чертеж некого механизма, некого странного изобретения. Изобретение механизма, назначение которого имитировать... или там, передавать, воспроизводить механизмы человеческого желания. У нас уже есть Фрейд, у нас есть вся вот машинерия там, подсознательного, вытеснения и так далее. То есть есть вот это как бы, представление о человеческой психике как о неком механизме, о сексуальности как о неком механизме. Есть фигура, первая фигура робота, искусственного человека, автомата, механизма, то есть весь этот контекст присутствует. Соответственно, Дюшан конструирует вот эту самую машину желания, как он это называет. Верхняя часть представляет невесту, или же вот это, которая похожа на некое насекомое, вот эта самая оболочка этой куколки, вот само это насекомое, которое выпадает из этой куколки. Еще она называется «женский повешенный». Не маятник, не повешенная женщина, а женский повешенный. Это очень странная история. Внизу мы видим
мельницу для шоколада, которую перемалывают холостяки. Мы видим вот эту матрицу мужских униформ и ливрей, они же холостяки. В общем, у этого механизма есть очень сложное, так сказать, описание, инструкция по пользованию, но все равно никаких объяснений, что хотел сказать художник этой работы, у нас нету. Зато есть масса версий с алхимическими трактовками, с научно-фантастическими трактовками, с психоаналитическими трактовками. То есть это тоже такой тест, что вы увидите, как ее можно толковать. И, как опять-таки, поскольку работа сделана на стекле, что у нас получается? Чем дольше мы смотрим на эту работу, тем меньше мы ее видим. Работа, сделанная на стекле, еще принципиально выставленная напротив окна, находится она сейчас в Филадельфийском музее, она выставлена так, что чем больше ты смотришь на нее, тем больше ты смотришь сквозь нее, чем меньше она становится видимой. Как бы работа, которая исчезает. Но зато к ней есть огромный том записок, который делал Дюшан, который он издал факсимильно. Вот такие вот листы с непонятными чертежами, с такими же странными текстами, которые являются скорее поэзией или научной фантастикой, чем, собственно говоря, действительно объяснениями, что это такое, и инструкциями по изготовлению. И при этом считается, что как бы Дюшан, который их так старательно издал, и так старательно позаботился о судьбе этих бумажек, это репринтное издание, стилизовал их не более, не менее, как под кодекс Леонардо да Винчи. И Леонардо да Винчи, чью Джоконду он вот так как бы поиздевался над ней, для него на самом деле была фигура самоидентификации. Он тоже мыслил себя художником-изобретателем, а не художником-живописцем. С чем бы, как бы, что для него было неприемлемо, это что художник является ремесленником. Художник не ремесленник, художник, но есть такие живописцы, которые не могут не писать. И для него, для Дюшана, вот этот живописец, который не может не писать, потому он и живопись, которая является делом только зрелищем, был какой-то фигурой непонимания, недоумения. Придумал, что это люди, которые подсажены на запах скипидара, на запах растворителя для краски. И ему меньше всего хотелось быть вот этим вот как бы скипидарным торчком, да, он придумывает совершенно новую фигуру художника, и единственный художник в истории, которого он находит, это художник-изобретатель Леонардо да Винчи, с которым он себя вроде бы отождествлял. И тоже там, после «Большого стекла», которое объявлено незавершенным, оно не закончено в 23-м году, оно объявлено незавершенным. Еще оно было разбито слегка. И вот в этом самом разбитом состоянии оно и объявлено незавершенным. Дюшан в общем ничего особенно не делает. Он придумывает роторельеф, он придумывает еще всякие оптические игрушки. Да, вот это стеклянные лопасти, которые сливаются в один круг. Это всякие истории там, с оптикой. Он изобретает опарш. Что это такое? Это пластинки, да. Вот такая картинка, которая кладется на вертушку пластиночную. И, о чудо, рисунок становится объемным и становится движущимся. Что такое искусство? Да, Дюшан презирал ретинальное искусство, искусство, обращенное к взгляду. Но его страшно интересовала оптика, обманки, что мы видим. Верим мы своим глазам или не верим мы своим глазам. То есть вот эта тема оптической иллюзии для него была очень важна. Он придумывает эти роторельефы. Участвует в сюрреалистических выставках, потому что вроде бы он как бы не был сюрреалистом, но единственное, с кем он как-то соотносился контекстуально, это были сюрреалисты. 1938 год, большая международная сюрреалистическая выставка в Париже. Он делает вот этот манекен, но это не манекен-андрогин, но он придумывает инсталляции. Он решает пространство этой выставки, где весь потолок был завешен угольными мешками, и стояла эта жаровня, на которой жарили кофе. То есть он вводит пространство, он вводит пыль, потому что из мешков сыпался угольная пыль, и зрители как-то с ней должны были взаимодействовать. Он вводит запах, потому что жаровня нужна для того, чтобы... Это же очень сильный запах, когда кофе жарится. И сейчас эта работа с угольными мешками была воспроизведена на манифесте последнем, потому что манифеста, которая происходила в Генке, была посвящена угольной промышленности, капитализму и производству. И вот туда эта работа, реконструкция, естественно, тоже попала, просто чтобы было видно, как это выглядит на хорошей фотографии. Он придумывает вот такой вот дизайн для проходящей в Нью-Йорке выставки «Первые документы сюрреализма». Черно-белая фотография. Большой помпезный зал, украшенный лепниной. По залу расставлены стенды с картинами.
Между стендами и на потолке беспорядочно натянуто множество белых нитей. Нити пересекаются и свисают наподобие паутины. Выставки куратором, который был Андре Бретон. Вот такое странное пространство, через которое надо пройти. Он разрабатывает свою систему, как играть в рулетку и выигрывать. Это помимо шахмат. Продолжает играть в шахматы, писать шахматные задачи, участвовать в соревнованиях и вести жизнь, в общем, профессионального шахматиста. И делает такие работы-шутки, да, автопортрет с tongue and cheek, да, мой язык за щекой. Это английская идиома, которая обозначает, насколько я понимаю, примерно то же самое, что фига в кармане. Белый лист бумаги. На нем тонкой черной линией очерчен профиль мужчины. На месте щек, рта и челюсти – фрагмент гипсового слепка этой части лица Дюшана. Таким неявным юмором, неявной иронией. Да? Вот такой, да, автопортрет, часть которой является слепком гипсовым. Два очень странных произведения. Это уже у нас 50-е годы. Это уже как бы до этого Дюшан ничего не делал. Одно называется «Скульптюр морт». Не натюрморт, а скульптюрморт. На большом белом листе овальная композиция из различных овощей. Большое соцветие цветной капусты, помидоры, картофель, различные корнеплоды. На овощах сидят крупная муха и жук. Вы называется тортюрморт. Пытка. Это муляж, естественно, такие вот так вот засиженные мухами, отсылающие, в общем-то, к таким христианской иконографии, там, какой-нибудь мертвый Христос, да, вот так такие, ну, есть у Монтэни с такими страшными-страшными ногами. Может быть, к этому. Но, собственно говоря, это такие похороны искусства. И скульптура у нас стала набором муляжей, и натюрморт у нас превратился вот в этот вот пыточный натюрморт. Еще такой интерес к неким анатомическим слепкам. И делает, занимается очень подробным выпуском подарочных изданий собственных произведений. То есть такой мини-музей. Каждый может купить вот такой мини-музей Дюшана, где все, там маленький писсуарчик, маленькие открыточки со всеми произведениями, там издание более подарочное, менее подарочное, там в кожаном переплете, в бархатном переплете. Вот так. Раз, два, три. Слышно? Отлично. Вот, ну, занимается, собственно, самомузеификацией. Вот все эти прекрасные коробочки. И между тем уже, в общем, было понятно, что можно было налаживать сувенирную продукцию и для коллекционеров, потому что он оказывается звездой. Обложка журнала Vogue 45-го года. Прекрасная модель смотрит сквозь большое стекло Марселя Дюшана. Фотографии журнала Life. 52-й год, по-моему, Дюшан, спускающийся по лестнице, повтор его, вот по-прежнему знаменитый, обнаженный, спускающийся по лестнице, замечательная фотография. И начинается история, что следующее поколение художников уже там называют себя неодадаистами, молятся на него, и ему остается только принять свою славу и принять свой культовый статус. Замечательная фотография, сделана на открытии первой... Дюшан живет в Америке к тому времени. Ретроспектива Дюшана в Пасадене, это город, пригород Калифорнии, пригород Лос-Анджелеса, пардон. Первая огромная музейная ретроспектива. И на открытии устраивается, у нас уже есть слово перформанс, у нас уже есть слово хэппенинг, у нас уже есть сексуальная революция, поэтому на фоне на фоне этой самой новобрачной, раздетой своими холостяками, все-таки сажают обнаженную женщину, с которой Дюшану предлагается сыграть в шахматы, поскольку он шахматист. Девушку зовут Эва Бабич. В момент этого, когда делалась фотография, ей было 20 лет, и она была такой, ну, вот 60-х годов великой тусовщицей, у которой было масса романов со всеми, там, с Джимом Моррисоном, в частности. И в том числе у нее был роман с куратором этой выставки, который вот предложил ей вот сделать эту фотографию или устроить этот перформанс. Такой очень яркий персонаж, она, по-моему, писательница, нет тут этого на русском, но, как выяснилось, такой тоже она стала таким ограниченно культовым персонажем. Вот такая замечательная фотография. Как я говорила, куча молодых художников, которые молятся на Дюшана, и которым он всем, в общем, вежливо говорит, что все, что вы делаете, я уже сделал.
ничего нового. Но при этом он единственный, с кем он дружит с Джоном Кейджем, таким же реформатором, даже не музыки, а представление о том, что может быть искусством и что не может быть искусством. И вместе с Кейджем и Каннингамом они ставят балет, декорации которого сделаны по мотивам большого стекла. Насколько я понимаю, все-таки современная фотография, потому что его там несколько раз ставили, это у нас 68-й год. То есть, как бы уже, в общем, абсолютная слава, можно ничего не делать. И Дюшан в качестве тоже таких странных предметов выпускает вот такие вот загадочные предметы, про которые понятно, что они имеют некое анатомическое происхождение. Но очень странно понять, какое, что же это такое. Скульптура из гладкого материала золотистого цвета. Большую часть занимает глубокий отпечаток какой-то части человеческого тела с крупной складкой посередине. Загадка разъясняется после смерти Дюшана, потому что с 1946 года по 1966 год он работал так еще 20 лет над следующим своим большим проектом, который по его настоянию был предъявлен публике только после его смерти. Это единственный проект Дюшана, который сделан специально для музея. Это музей в Филадельфии, который из этого музея нельзя вытаскивать. Потому что что это такое? Это вмурованная в музейный зал дверь. Для того, чтобы посмотреть, что за этой дверью, зрителю надо стать в крайне щекотливую позу вуайера, который подсматривает в замочную скважину. Поэтому другие зрители его видят. К этому произведению стоит очередь. И ты стоишь и знаешь, что за тобой стоит очередь, которая смотрит, как ты смотришь в замочную скважину. Очень, очень неуютная, очень щекотливая ситуация. И что ты там видишь? Ты, наконец, видишь эту обнаженную, вот, которую он там всем с 12-го года всем морочил голову. Вот она, эта обнаженная женщина. Через небольшой пролом в кирпичной стене виден осенний пейзаж. Смешанный лес на фоне голубого неба. На переднем плане – диорама – скопление голых веток кустарника с редкими сухими листьями. Поверх веток лежит натуралистичный муляж обнаженного женского тела ногами к зрителю. Ноги разведены, руки раскинуты, голова повернута на бок. Головы практически не видно. В левой руке женщина держит старомодный газовый светильник. Работа называется «Дано». Первое – водопад, второе – осветительный газ. Водопад есть, осветительный газ есть, женщина есть, у нее нету головы, мы не видим ее голову. Масса вариантов, что это такое, что это реплика знаменитого полотна Густава Курбе «Происхождение мира», самый радикальный реализм. Реплика, очень остроумная реплика, у нас же в Америке действие происходит, что это статуя свободы с факелом. Но так или иначе, это вот это самая классическая обнаженная, наконец, вот ее показали, которая лежит на фоне пейзажа, напоминающего задний план полотен Ренессанса, это задний план Джоконды, условно говоря. Все собралось. Хотели вуайеризма, вот вам вуайеризм. Хотели увидеть невесту новобрачную, раздетую своими холостяками, обнаженную, спускающуюся по лестнице. Все те загадки, вот она разгадка. Но у разгадки нету лица. Мы не знаем, что это. Это не картина, это диорама. Это очень неприятный гиперреалистический элемент. Там лежит манекен, там нарисованный фон, диорама. То, от чего мы ожидали, что оно будет живописью, с которой Дюшан боролся, с пейзажем, с обнаженной женщиной, а оно не живопись. Вот картинка собралась, но она не является живописью, она является довольно неприятным муляжом. Тоже все никаких разгадок у Дюшана нету, поэтому по поводу этой работы, которая была показана посмертно, нету никаких его комментариев, все не... Догадывайтесь, это загадка для ума. Но что интересно, что он перед довольно долго занимался очень сложными манипуляциями, чтобы все его работы, включая эту самую последнюю работу, которую он делал специально для этого, для музея, оказались в одном музее.
Это Филадельфийский музей изящных искусств, в котором роскошная коллекция Дюшана, где есть большое стекло, где есть обнаженная спускающаяся по лестнице, где есть все редимейды, где есть вся его ранняя живопись. И огромными усилиями, уговаривая коллекционеров, уговаривая меценатов. То есть Дюшан действительно потратил огромное количество времени на то, чтобы все его работы были собраны в одном месте, и чтобы этим местом был музей. Если Дюшан начинает с опровержения понятия высокого искусства, да, произведение искусства – это все, что выставлено в музее, это не разоблачение произведения искусства, это апология музея. И поэтому для него так важно собрать все в музее. Причем, что это за музей? Это не музей современного искусства, которые были к тому времени в Америке. Он, я думаю, что он вполне мог бы устроить, чтобы это оказалось в МОМО или чтобы это оказалось в Гугенхайме. Видимо, по каким-то причинам нужно было, чтобы это было в музее изящных искусств. Ну, вот такой роскошный музей, построенный в конце 19 века, такой классический музей изящных искусств, там типа Пушкинского музея, вот по жанру, только там больше, и с такой замечательным, видите, как он стоит в городе, то есть это ключевая, он стоит как мэрия, он стоит как ключевая точка города. Музей, в котором есть все, музей, в котором есть античность, в котором есть коллекция доспехов, в котором есть потрясающая коллекция ренессанса итальянского, в котором есть... И музей очень американский, потому что, ну, вот если вы были в Метрополитене, вы помните, да, там стоит египетский храм целиком. В этом музее стоит целиком индийский храм. Стоит огромное количество или там клуатор средневекового монастыря. Есть одна из лучших в мире коллекций рыцарских доспехов, одна из лучших в мире коллекций голландского фарфора. И вот внутри этого музея всего работы Дюшана начинают смотреться совершенно по-другому. Если там есть рыцарские доспехи, почему бы там не быть сушилки для бутылок? Если там есть нидерландская фарфоровая грелка для кровати, почему бы там не быть этому самому чертову фаянсовому писсуару? Все предметы однажды становятся музейными, вне зависимости от того, являлись они произведениями искусства или не являлись они произведениями искусства. Поэтому, видимо, для Дюшана было крайне важно, чтобы все его предметы, мало того, что оказались и в музее, но оказались и в музее изящных искусств, а не в музее современного искусства. И даже эта дверь, которая там стоит, эта старинная дверь,